То я это трудно, но я постараюсь, мне надоело разбираться с этим. Кстати, по пулу я тоже не знаю, что у нас будет сегодня. Да, кстати, пока еще, к сожалению, информации у нас про это нету, но уже начинаются первые размены. Потеряли одного игрока, нет, уже двух, Калдина и Мунлайт, команда Аварос. Мне приходится немножко переворачивать все в голове с ног на голову. Также Крэнксы потеряли Мейстера и Стейв. Ну да, я надеюсь, правильно что читаю, Стейв. Джердан очень сильно покоцан, и атака у нас продвигается в сторону, она уже не продвигается, она уже давно захлебнулась, хотя, в принципе, шансы еще есть, господи, как же это очень ужасно читается, и как-то скаканул у нас ХЛТВ, очень Так, а я тут странно. пока тем временем написала администрации. Я знаю все карты. И могу, наверное... Ничего Не, себе! я, наверное, уже после раунда, а то будет как-то сейчас Да, объявить. Я боюсь, это я вообще начну законно. рассуждать. Какая Ну ладно, буква, да? начинается у нас выход на банан. Уже два человека потеряли больше половины ХП. Ивджоук отъезжает, подъезжает также ЭВГ, отъезжает Мунлайт. Атака показалась на пункту. Не успела поставить бомбу. СТН неплохо принял одного. Лэнс стоит и... Блин, у меня, к сожалению, отключился этот автодиректор. Я какую-то чушь смотрел. Ситуация 3 в 3, плент стоит, умирает один, умирает второй, потеряли последнего игрока команды атаки. Ой-ой-ой-ой-ой, как же они выбивают. Ну, неплохо, но, безусловно, это сильная сторона, ребята выиграли по ножовщину и, соответственно, очевидно, выбрали сторону защиты. Ну да, кстати, стоит сказать, что The Inferno — это пик команды Кренкс. А Варс Тим выбрали Кэш. И, скажем так, случайно третья рандомная карта — это будет Мираж. Инферно, Кэш, Мираж. Ну, в принципе, такой стандартный пул, ничего необычного. Ну, разве что только Даст 2 нет. И все, было вообще тогда просто идеально. Спрашивают, это финал? Ну да, это финал, это Best of 3. Ой, это немножко не то, чего я ожидал. Полностью аннулировался весь этап, что ли? То, что они сейчас Так опять же все перестреливались. неправильно, опять же Нет, я команда ве... понимаю, но в тот раз как бы это не произошло настолько радикально. Сейчас полный сброс произошел. Меня чат не отображается, я не вижу, что там пишут. Ну, там пишут ВТФ, класс, ну, тайм, тимс, ну, короче, какие-то команды, которые не существуют с точками. Я не знаю, что это, новая пистолетка, походу, да? И пошла у нас атака снова в сторону А, выход на ребра. Там уже с биглу заходит Мунлайт, не успевает принять Трейза. 2 в 4, конечно, очень печальная ситуация. Ой-ой-ой-ой-ой, судьи косячат сегодня прям капитально, просто Тебя игру потом подвели. зароют после этих слов. Арварес, кстати, EVG вообще стоит сейчас АФК возле Да потому машины. что сейчас там идет обсуждение в скайпе, и я понимаю Ага. все прекрасно, потому что что это за фигня и как вообще с этим бороться. Вот именно дайте 2 раунда, это ничего. Вообще какой-то бред на самом деле, ребят, Что происходит. вообще происходит? Команды заходят не туда. Матч потом я честно, это я не понимаю, почему это происходит. Очень странно. Кстати, а вот Ебот пишет матч 1-2. Там, hello, admin. Там кот сейчас сидит, настраивает все. Наверное, Блин, вообще надо было очередная так... глупая ситуация. Вообще не нравится мне это все однозначно. Как-то вот не может у нас все гладко пройти, обязательно что-то Я происходит. вообще сейчас не понимаю, почему не написали командам, типа, чтобы они там, не знаю, там... Постояли там, я не знаю, АФК, там, перезапустили бы заново опять сервер уже с Вот это нормальными что сейчас? настройками. Это официальная уже игра идет. Я Блин, не что знаю. происходит, господи? Ай, не серьезно как-то все. Ну, Арварес, фу, точнее, Арваресы, да, стоят АФК. Я снова посмотрел на Крэнксов, но сказал, снова матч приостановлен. Слишком сложно.
Смените название, пусть они два раунда возьмут и все. Ну, наверное, это было бы справедливо, да. Но, тем не менее, ну, конечно, полностью воссоздать ситуацию не получится. Там же кто-то, наверное, умер, кто-то не умер. То есть, это, ну, не совсем, конечно, идеально все это воссоздаться. Но, тем не менее, как-то восстановить ситуацию там можно. Очень странно, мягко говоря. Очень-очень странно. Да, в принципе, ничего странного, как бы админы сами написали то, что они сейчас это все фиксят. Я не знаю, правда, к чему мы придем в итоге, но. Ну а к чему мы придем в итоге? Ну, придется ждать, придется занимать время, так что. Пока в 10-й, не знаю, в 100-й раз напомню про розыгрыш в группе. У вас там несколько условий. Это подписаться, насколько я помню, на рулетку kswin.win. А также зайти в паб, ну, подписаться на паблик Акроха. И репостнуть эту запись с розыгрышем. После, во время вот финала, мы выберем с помощью рандома любого из вас. И если вы будете на стриме, если вы никуда не уйдете, это мы потом проверим, то выдадим вам ваш приз. Вообще, короче, если бы честно, вот как бы сделала сейчас я бы нафиг перезапустила весь сервер, сказала заново играть ножи, заново играть пистолетку, потому что, ребят, ну по факту это вы косячите, вы заходите не за ту сторону. То есть вам там конкретно говорят, там, типа, заходите там-то, там-то, наверное, я так думаю, во всяком случае. Они опять же заходят не так, они не могут перезайти, они не могут поменяться сторонами, потому что на разминке-то видно, какая команда за какую сторону, блин, название, за которое вы заходите. Я бы реально заставила переигрывать. Что сейчас? Какой вообще сейчас счет? Что происходит? Я не знаю. Ну это да, согласен, безусловно. Но вот сейчас даже трудно что-либо комментировать, потому что я не понимаю, что происходит. Нет, я знаю сейчас, какой счет, точнее как, ну... Сейчас вообще счет на этой карте написано 2-0, но это бред, потому что я не могу понять, это уже игра или это просто не от безысходности. Мне кот написал, что эта игра идет, да. Окей, а чё поменялось? Чё-то, наверное, поменялось. Да нет, ничего. Ну ладно, я не знаю. В любом случае, ну хорошо. Получается, у Арварасов сейчас счет 2, у Крэнксов 0. Игра уже идет вовсю, хотя это трудно, мне кажется, назвать игрой. Как-то это немножко нечестно и странно. Ну, даже если неправильно стоят... не знаю, можно было уже так оставить. Сейчас уже вообще непонятно, что происходит. Но, тем не менее, кстати, Чики Байвер вместе с... Господи, я не могу это прочитать. Мифлоджик забирает двух игроков защиты. Остается 2 в 4, и Плент уже стоит, тикает вовсю на А. Не знаю, насколько хорошие шансы у ребят на ретейк. В принципе, есть девайсы. Время идет, и они не собираются уже возвращаться к Плэнту А. Они уходят под базу Б и решают там засейвить свои две М-ки. Не знаю, верно это решение или нет. В принципе, можно было бы попробовать. Денег у них... Не, ну денег у них, в принципе, не очень много. У Фердона их вообще нету. У Мунлайта там 200, так что, в принципе, наверное, да, стоило засейвать. Так, что такое? Вот пишет, что... Счет обратный. То есть 2 у Арварс, 1 у Крэнкс. Ну, по факту так и есть. По факту так и есть. Он просто... Нет, ну по факту так и есть. Просто... Название команды. Да, название, да, изменены. Ну да, Арварс сейчас вот выиграли 2 раунда и 1... Все-таки отдали Крэнксам. Бомба у нас валяется там неподалеку от мидла, и ребята продвигаются на бананы. Почему-то мы смотрим, как все уже не смотрим. Продвигаются на банан. AVG стоит на чеке, слушает, наверное, шаги и топот. Плента сейчас укреплен немного сильнее, чем Б. Там 3 человека находятся, и тем не менее атака, по-моему, как-то странно они смещаются, пока никуда
напрямую не направляются, но тем не менее время идет, минута еще осталась. Что там, Ну, ты пытаешься блин. что-то узнать или ты... Нет, все, мне написали, все, игра идет, я так понимаю, уже после этой карты, скажем так, все, наверное, я надеюсь, должно быть нормально. Пока что будем досматривать так, как-нибудь, ребят, вы все понимаете, что просто название нужно поменять местами, и все будет хорошо. Так вот, я еще хотела сказать, не люблю Инферно смотреть, именно комментировать в том плане, то, что я ни разу, сколько раз вот мы комментировали Инферно, вот что мы с тобой, что до этого я смотрела, всегда такие медленные раунды, вот реально, мы можем с тобой 1,5 минуты, вот минимум, вот болтать о чем угодно, а потом 30 секунд раунда, ребята начнут выходить на точки и просто забирать. Вот серьезно. Ну, тут сложно выходить, тут надо просто вот эти вот раскиды грамотные, то есть надо непосредственно тренировать Инферно, если ты не тренируешь, то, ну, если это такая рандомная как бы, карта, ну, не, ну, в принципе, наверное, нет, тут ребята все-таки толковые, не знают, что они делают, пошли уже большое количество минусов, 3 в 2, остались очень каленые игроки Крэнксов с 8-7, там, 74 у одного только, в принципе, есть шансы на ретейк. Сейчас спалился очень неприятно AVG. Выстрел дал знать о себе. И сейчас вот ой-ой-ой, перекрестным огнем забирают всех оставшихся игроков защиты. И это уже второй раунд для Крэнкса. Да, счет 2-2, и мы снова можем с тобой 1,5 минуты разговаривать, о чем нам просто вот захочется. Там мы можем обсудить погоду, там, я не знаю. Ну вот можем обсудить, были ли белорусы в этом турнире или нет, спрашивает Не человек в было чате. белорусов Не в было, этом да. турнире. Из тех, кто заявлен, как ни странно, заявлен только одна команда была, которая якобы типа США хотела флаг. Флаг Вот, США. ну да, вот, одна тима, вот как раз-таки это Казахстан. Плюс Киргизия, если я не ошибаюсь, и все остальные были заявлены от России. Даже Украины не было на этом турнире, что-то новенькое. Так, В общем, вот, у нас значит. такой интернациональный состав команд. Ну, да, в принципе, люди отовсюду заходят. Ну, народу-то у нас, в принципе, без разницы, все из стран СНГ так или иначе участвуют, это так всегда было. А сейчас опять такой слоу, вообще ничего не происходит, никто из игроков даже толком не просел. А Крэнксы сейчас сидят по углам вместе с пистолетами, они вынуждены делать экономический раунд. Арварос, и даже несмотря на то, что это эко, они, возможно, должны об этом знать. Никуда не торопятся, уже больше минуты прошло, ничего не происходит практически. Вот. Начекали. Сорок Начекали только секунд. одного, да. Начекали только одного, и то не добить несчастного Эстерна не могут никак. Несмотря на то, что у него даже армора нету, вот убивает Тайзи. Трайзи. Трейзи, да, или Трейзи, Трайзи, Трейзи, я Трейзи, не Трейзи, знаю. скорее всего, да. Звучит, и вот начинается уже все, выход полностью завершен на плент А. Бомба ставится, по идее, да, вот нет. Испугался. Джерман успел поднять АВП, засейвить его, уходит в сторону мида, его догоняет Трейзи и расстреливает, забирает авапку. Так, если можно, повторите. Мы, если ты не против, мы повторим только то, Да. что ты сказал, что белорусов на этом турнире не было. Все. Хотя, почему нет? Мы можем повторить. Мы можем повторить это каждый раунд. У нас сейчас каждый раунд 1,5 минуты. Мы можем каждый раз говорить вам о том, что белорусов здесь не было, и, возможно, даже придумать новые аргументы, почему их здесь нету. Да, и у нас каждый день. Да, у нас столько, чувствую, наберется как раз за всю эту карту. Ну, можно расслабиться, так, знаешь, не говорить ни о чем. Тем не менее, вот что это сейчас бы. Ладно, Трейзи немножко, как это называется, психанул, выжал весь рожок в дым. К сожалению, там сейчас никого не было. Бомжу снова бросили возле банана-мидла и снова стоят и ждут. Ничего не происходит. Весело. Типа пытаются, что ли, арварсов как-то вывести из себя и заставить жать, потому что они сами постоянно сидят. Ну, А тем не менее. мне кажется, никто тут жать не будет. Они мне просто Какой сейчас молодцы, всех да? остальных выведут из себя. Ну вот сейчас пошел все, раскид дыма, начался продвижение по ребрам, выход с
с балкона. И сейчас, ой-ой-ой, неожиданно сбоку подходит Джерден, забирает одного, забирает второго. 4 в 1 всего лишь остался у нас Крэнкс. У него была бомба, он пытался уйти в сторону, но, естественно, его поймал тут Мунлайт, и на этом все закончилось. Все-таки, как говорится, три раунда, одинаковых три раунда подряд не заходят. То есть они стояли реально, халдили-халдили, потом выходили на А. Зашли так два раза, но на третий уж извините. Там уже побольше, скажем так, людей посмещалось, и уже большее количество людей смотрело выход как раз-таки в точку А. Чей ты говоришь, что это был пик? Я просто в очередной раз забыл этот момент. Короче, мы просто комментируем игру, мы не будем говорить, у кого сколько раундов взятых. А там Эстерн вышел в мид, забрал... Но сейчас 3-3, а что, у всех одинаково, так или иначе. Ну, так сейчас, да. Немножко перепутанная команда, но ничего страшного. Сейчас Трейзи может очень удачно выйти, забирает одного. Нет, не получилось, а конечно, вот заспрей второго. А вот начинают теперь жать Арварсы. То, что, в принципе, и хотели, наверное, увидеть Крэнксы, но они ничего с этим сделать, как оказалось, не могут. По-своему. Стреляй в своих, чтобы чужие боялись. Правильно, тут девиз нашего турнира сегодня. Главное, вдвоем остались, понимаешь, уже два человека. Просто, ну, что тут... Ну, очевидно же, вот он перед тобой стоит, и надо же его еще расстрелять. Остался последний Стеф, у него в руках калаш, против него 4 человека, шансов на клатч у него почти что нету, разве что у него есть бомба, ну, куда с ней пойти и что делать, непонятно. Его сейчас рано или поздно будут брать в клешни, уже продвигаются со всех сторон. Команда Арварес, и вот сейчас он очень неудачно выйдет под АВП. Нет, смотри, забирает в голову Эстерна, и что, пойдет дальше или нет? Ну, пока непонятно, потому что Гоутовая шалит, не хочет нам показывать. Что? А, ну да, продвигается дальше, выходит смог на сети, его встречает АВГ. И забирает в голову Стейва, это счет становится 4-3 в пользу Арварес. Что кто-то пишет, если куда предложение. Есть ли обсуждение или типа того, куда предложение сделать можно по улучшению арены, но есть, есть в нашем паблике, да, обсуждение, безусловно. Топик специально, да, мы как раз таки собираем отзывы, любые предложения, вы туда всегда можете написать ссылочку, по-моему, пост все время спамит в чатике. Безусловно, вы туда можете заходите, зайти, да, пишите любые свои предложения. Ну, конечно, не мы их будем рассматривать, а будет рассматривать Прошка, там, возможно, вместе с Сашкой. Организаторы, с да. Мы всего лишь стримеры. Так, просто ну... Просто сидим, развлекаем народ. Тем временем, Кэгмейстер снова у нас валяется уже на полу вместе со Стевом. Это эко-раунд от Крэнксов. Они пытались продвинуться под бананами, это не вышло. Сейчас они пошли на А уже... AVG со спрея забрал второго и после еще развернулся, добил третьего. 5 раундов уходит к Арваресам. Так ты не сказала, какой чей-то пик, я просто, ну, это пик Крэнкс. Ага, это надо пик комментаторов, Крэнкс. Говорят, улучшить. Они даже ники не могут прочитать. Ребятушки, что вы ставите? Свои никнеймы нечитаемые. Так вас и произносят. Ставьте нормальные никнеймы, и вообще никаких проблем не будет. Ну а ты можешь прочитать, интересно, с никнейм, который ты видишь первый раз в жизни, который содержит кучу каких-то там символов, непонятных сочетаний букв и прочего. То есть я, например, не могу, к сожалению. Ну, извиняюсь, если кто-то чем-то недоволен. Кто-то спрашивает, какой будет инферно кэш-мираж, ребят. Да. Итак, о, под слепу очень неудачно вышел Стеф. Мунлайт забирает еще и Трейзи. Калдина слепой абсолютно, пытается уйти, но не получается у него это сделать. Кэгмейстер его забирает. Перетяжка по ходу с базы Б на базу А. И, да, от игроков защиты. По-моему, все-таки один остался на базе Б. Продвигается по банану. Ну, так, думаю, ну, что ну. Там информация какая-то должна быть о том, где находятся сейчас террористы. Ну, Джердан знаешь, должен как бы знать, что... Да, услышал то, что в спину идут к нему два парня, и у нас Гоутовый переключается. Типа, это совершенно не важно. Смотрите, там... Нет, ну сейчас они через Сити выходят на базу Б, и там сейчас один всего лишь игрок команды защиты, он очень каленый, его забирают.
И перетянуться сейчас не успеют. Крэнксы смогут зайти спокойно на поинт, поставить бомбы, занять позиции. Только после этого подойдет делегация от Арварасов. И время вот сейчас еще есть. Сети, значит, продвигаются. Один, скорее, нет, один уходит в руины. Нет, не уходит в руины. Все, Стерна спалили. Он уже на лахте. Мне о нем, кстати, Миф Джоук тоже спасил очень сильно. Чекивар забирает одного чеки. Бивер, точнее. Так, Стерн диффузит фейк диффьюз. И... Ай-яй-яй, пытался на префайр взять. Не получилось. Депозит! Боже мой! Что они делают? Как они играют вообще? Просто выходит, Невероятный как бы, поворот один событий. парень вроде... Я вообще не поняла, как они сейчас реально разыграли этот раунд, и как они его затащили. Мне вот как-то вообще это странно. Ну, отлично разыграли, хорошо затащили. Ну, в смысле, они прошли на сети, вышли на Б, но им отчасти Самое повезло, смешное, да. парень в библиотеке слышал, что два человека идут на сити. Так, наоборот, надо было, наверное, своему аваперу сказать, ты там отойди, ты красный. Я приду в спину, мы их примем. Но вместо этого они просят авапера, чтобы он вышел, поторговал лицом, умер, естественно, потому что ХП у него не было. И... Я не знаю, вышло то, что вышло. Выход под банан неудачно сейчас, конечно, неожиданно прилетел смок вместе с коктейлем, отрезало Эгмейстера, он уже вышел, отступать было некуда, получил по голове, и остальная атака захлебнулась и была вынуждена отойти. Кстати, трейзи уже половиненный. Так, дальше у нас ребята продвигаются в сторону базы А. Пока опять холдят и никуда не собираются выходить. Время у них еще есть, но только как его разыграть? Ой, как неудачно он вышел так под смочок. Не заметил он своего оппонента и получил по голове. А в G сейчас, скорее всего, будет принимать выход с мида по ребрам. И... Ой-ой-ой, какой ювелирный шот из угла. И перекрестным огнем забирают последнего. Ага, понятно. Павел. Добрый вечер, Павел. Я знаю, что это вы мне пишете. В общем, нам в чатик такое влетел. Гизмо, я так понимаю. Это, в общем, запасной игрок команды Крэнкс, я так понимаю. И он теперь сидит, начинает засаживать по поводу того, что мы неправильно читаем ники его тиммейтов. Товарищ, если вы не играете, то это не дает вам права сидеть и нас тут поливать непонятно чем. Лучше посоветуйте своим тиммейтам ставить нормальные никнеймы. А мы продолжаем смотреть. Я еще раз говорю, я извиняюсь, если считаю что-то неправильно, но тем не менее я не могу правильно прочитать никнейм, который звучит немножко непонятно, неправильно прочитается, и как бы я вижу его первый раз в жизни. Так что, если ты с ними хорошо знаком и прекрасно знаешь, как это читается, я тебя очень сильно поздравляю. Ты не поверишь, как я рад. Но тем не менее, будь добр, пожалуйста, вот такую вот странную критику необоснованную оставь при себе. Спасибо. Тем временем снова забирают Крэнкс один, точнее, прошу прощения, Арвара снова из-за путаницы этой вылетела у меня из головы. Арвара снова забирают в свою копилку еще один раунд. Это был такой, по-моему, полуэкономический. Они приняли их в основном на банане, расстреляли почти всех. И сейчас снова Крэнкс вынуждены. Какой шот из-за тыгла был смачный. Выходит Калдина, принимает одного, не получилось остальных принять, но тем не менее расхарасил еще и другую Чиги, господи, Чек Бивера. Чики Бивер. Чеки Просто Бивер. Чики Бивер. 19 хп у него остается. Это будет походу выход по точку А. КГ-мейстер, наверное, так будет называть. Ну, Ну я так и ладно, Чики Бивер называю. забирает Джердана. Я не знаю, просто немного О, непонятно. неплохо. Мистер Можно дает просто еще один фраг. мейстер. Да не, ну это в принципе вполне читаемо. Мунлайт остается один против троих. Он прячется в пленту за боксом, убирает одного, убирает второго. Остается последний Стефан с АВП. Можно его принять сэмки как-нибудь обойти, неожиданно зарашить. Бомба не стоит еще. Время есть. И Стеф жмет с дигла и все-таки забирает Мунлайта. Ну, Да, была чуть-чуть не инфа от хватило. тиммейта, то, что попал, то, что тот должен быть ломанный, поэтому он старался стреляться с дигла. Но, конечно, такое себе получилось, потому что Крэнксы сейчас взяли пистолеты и просто переиграли парней с девайсами. Просто пять пистолетов переиграли пять девайсов.
Ну, мы такое уже видели не раз за сегодняшний день, и это действительно здорово, когда ребята могут показать такой уровень игры, это очень классно. Тем временем, что у нас здесь происходит, Адака продвигается частично в сторону базы А, частично на банан. Нет, все-таки бомба разворачивается, уходит обратно. Снова у нас стояние рядом с плентами. В смысле, Сгорел. сгорает Трейзи? А как это произошло? Ну, видимо, на банан кинули молотов. И парень, наверное, думал, что обойдется, что он успеет, наверное, все-таки достоять до самого конца, но не получилось. Может быть, поджали друг друга. Тут много реально, может быть, всяких разных вариантов, но, скажем так, мы видим то, что парень сгорел. Курочка гриль, как говорится. И все, и опять атака остановилась, потому что я валяюсь со смока, еще Мунлайт находит в смоках Кагмейстера. Очень интересно, кстати, находит, но тем не менее он очень неплохо оттянул на себя защиту в сторону базы Б. Очень долгое время там стояло целых три игрока, и могла бы воспользоваться этим команда Крэнксов и продвинуться в сторону базара. К сожалению, этого не сделала. Стерн забирает одного в щелку через смоук. 2 в 5. Жмет Калдина, забирает одного, ему на помощь приходит АВГ, забирают и второго. Отличная игра, не потеряли ни одного игрока команды Арварес. Просто супер отыгрывают этот раунд. И сейчас Арварес, точнее Крэнксы, снова вынуждены делать такой не совсем адекватный бай. Не хватает Видимо, им будут денег. играть от одного девайса как-то. Потому что я вижу, что только один калаш, а у всех остальных пистолеты. Ну да, от одного девайса. Но не знаю, есть у них деньги на что-либо еще? Нет. Ну, максимум можно Ну было бы просто тогда купить там непонятно, зачем Галил нужен один. был этот калаш. Можно было тогда просто сыграть 5 пистолетов, а уже на следующий раунд только нормально закрутиться. Ну, может быть, это чисто случайно Вот став вышел получилось. как раз с калашом, пытался сделать open фраг, но вместо этого open фраг сделали на нем. Да, ну, кстати, в следующий раз у него денег совсем не останется. И это очень плохо. То есть, действительно, этот калаш был тут ни к чему, Возможно, но... может быть, не было какой-то коммуникации. Не сказали, что играется эко. Ой-ой-ой, Калдина неплохо вышел, правда, получил немножко по лицу, но тем не менее забрал своего оппонента. 2 в 5 снова остаются Крэнксы, очень-очень печально. Не удается им пока что отжать долгое время ни одного раунда. Не убили никого и... Снова стояние, атака захлебнулась. Один находится под базой А, другой находится на банане. Куда выходить, что делать, непонятно совершенно. Трейзи вместе с Тек-9 очень аккуратно двигается к ребрам. Понимает, что его здесь уже ждут, но тем не менее просто уйти и спрятаться в уголок, забиться же нельзя. Нужно что-то предпринять. Так вот, начекал своего оппонента AVG. К сожалению, не получается у него достаточно сильно пробить. Он покраснел, забирает Чиги Бивер, забирает AVG. Калдина разменивается вместе с ними. Счет становится 9-5. Снова забирают себе копилку Арварес один раунд. И, в принципе, ну, 5 раундов Крэнксы взяли, лузовый минимум у них есть, то есть с этого вполне можно еще камбэкнуть, ничего не потеряно. Не знаю, Юлька там куда-то пропала, что ли, или что? Нет, Юлька никуда не пропала, Юлька тут периодически просто читает чат, Юлька сидит А? негодует и решила немножечко успокоиться, чтобы не нагрубить. Любой труд нужно уважать, ребят, если вы приходите на наш турнир, пожалуйста, относитесь как-то Ну, все, более забей. лояльно к тем людям. Вообще по барабану, честное слово. Ой. Калдина нашивает смок, очень неплохо нашипает, забирает Стева, жестко расхарасил Кагмейстера, у него осталось 5 хп, не знаю, Трейзи был тоже там или он потерял свое здоровье где-то в другом месте, тем не менее уже 4 в 4 и, конечно, ситуация сейчас не совсем в пользу Крэнксов, потому что Кагмейстер на один шот, Трейзи уже умирает от АВП. Чик Бивер выходит, дает один фраг и снова прячется в апартаменты. Смог пошел, и IVG на тайминг берет, забирает своего оппонента. Остались вдвоем против троих. Кагмейстер до сих пор живет, у него 5 хп на один шот и 10-5. 10-5, да, 10-5 у нас счет, как бы, ну, 5, как говорится, да, там говорят, это лузовый минимум.
для атаки на Инферно. Ну, посмотрим, что смогут на своем же пике показать Крэнксы, играя в защите. Вы не обращайте внимания на то, как написаны у нас команды. У нас они почему-то написаны сегодня целый день неправильно. То есть команды как будто не понимают, за какую сторону им нужно заходить. Организаторы говорят, что это судьи не оповещают. Судьи говорят, что это там это вина организатора. В общем, мы ничего не знаем, мы просто стримеры. И у нас начинается пистолетный раунд. Итак, да, команды сменились местами, и теперь посмотрим, на что способны Крэнксы в защите, на что способны Арварасы в атаке. В принципе, если это пик Крэнксов, и они сейчас переходят за сильную сторону, то вполне вероятно, что они смогут очень неплохо откамбэчить. Ну, а как оно будет на самом деле, мы сейчас узнаем. Ну да, мы не знаем, может быть там у Арварска есть какие-то специальные заготовки, какие-то интересные раунды, разыгровки. Пока что это первое инферно, которое мы видим за сегодня, кстати говоря, да. Так, прочекали в апартаментах своего оппонента, отъезжает Ник Джок, выходит из балкона, один из готов атаки, он тоже отъезжает, забирают в песках Трейзи, забирают Стева. Кингмейстер забирает Эстерна, остается 2 в 2, Плент стоит на базе А. Ой, какой выход от Мунлайта, почти добил своего оппонента, там буквально 10 хп ему оставил, точнее, мастер тоже на 10 хп воюет, воюет до последнего, забирает Калдина, остается один на один с Чики Бивером и 10 хп другого 44, диффузит. Китов нет. Ну, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. как же жестко. Запаниковал Мунлайт. Непонятно, зачем он запаниковал сейчас на самом деле. То есть ты там мог выйти, там как-то чекнуть, забежать обратно, если ты видишь, что парень не дефузит. У тебя преимущество, бомба стоит под тебя. Ну, это как-то странно, непонятно, начал что-то прыгать на месте, Ну, непонятно ему дали зачем. инфу, что он, наверное, Там лоу, слышно что у было, него да, там 10 было слышно, хп. что он там дефузит, не дефузит по хп. Все это было Да. понятно, но просто прыгать на месте, я не знаю, зачем он это Ну, я же сделал. говорю, ну он думал, что он 10 хп, что сейчас он выйдет на префайр даст и убьет, и видно, как-то не срослось. Может, промазал, может, просто растерялся и получил такой неожиданный Ну, шок кстати, насчет в этого я не голову. знаю, тут доступна ли консоль. То есть, показывает ли она нанесенный дэмэдж конкретно Но на этом ведь сервере? ты должен знать, что, ну, когда тебя убивают, ты же, по Ну, идее, ты должен видеть. примерно как бы знаешь, что там он там коцанный, но ты же не знаешь, сколько конкретно у него хп у него. Может быть 10, а может быть там, я не знаю, 40. Ну, ладно, это так было просто предположение. Ну, снова начинается стояние под плентом А. Ребята пока никуда не торопятся выходить. Арварес раскидывают коктейли, раскидывают смоки. Сейчас очень неприятно получил по лицу Джердан. У него осталось чуть меньше половины хп. Кидают флешку. А ВГ прекрасно реализует свой калаш, который там, наверное, на последние деньги закупил просто. Сейчас не удивлюсь, Так. он дает второй фраг. Кюрине забирают еще одного оппонента. И сейчас уже очень опасно так разворачивается ситуация. Кагмейстер выходит на мидл с ребер. И сейчас ему очень неприятная флешка прилетела. Тянут время Арварасы как только могут. Плент уже стоит. Время тикает. Ребятам Крэнкса нужно собраться как можно быстрее. И как ловит Эстерн в неожиданной такой очень позиции. Да, мало кто, наверное, думал, что он выйдет так агрессивно в поджим. Ну что, это будет минус 4, я Да. думаю. Нет, он Ну, убегает. сейчас. Он убегает, но его догонят. Прекрасно, видно, слышат, знают, что... Ой-ой-ой, успевает забрать Эстерна, но его разменивает AVG. Какой же жесткий этот авангард, ребят. На самом деле, вот был единственный калаш в команде. Все остальные были с пистолетами. Как он его реализовал? Мало того, что он дал open фраг, если я не ошибаюсь, с него, так он еще сделал минус 4. Потно! Нереальный. Вот, ребята, реально, вот такие классные. Вот мы сколько уже смотрим. Так стрелять, я не знаю. 21 на 8 у него сейчас счет, очень 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 неплохо. Тем временем там топ-фрагер это Калдина, да, Чик кстати, Бивен. чуть-чуть подрасслабился, там 12 фрагов всего у него. Ну, может быть, это не совсем его карта. Тут, мне кажется, сжать особо нет никакого смысла. Ну, можно, конечно, но опасно очень сильно. Ну да, кстати, мы вообще не знаем, может Странно быть, скажем как-то. так, Арварс вообще не играли никогда Инферно, и
Ой-ой-ой, под флешку выходит Стеф. О, какие шоты он разваливает. Конечно, остался на лоу хп. Его, безусловно, разменивают, но отличная реализация. Убил двоих своих оппонентов, выбил бомбу, дал информацию. И сейчас есть шансы потащить украинцев. Скажем так, арварцы не угадывают, куда им выйти. Вот вышли бы на Б, там один парень, наверное, было бы полегче забрать. Все-таки двоих это сложнее, но... О, Квикмейстер забирает одного, забирает второго в голову. Красиво, ну, да. Здорово. Вот действительно, вот Квикмейстер, он как бы и за атаку, и за защиту, вот с дигла, как он стреляет, это вот реально не отнять. Пауза. Пауза от Крэнсов. Не Там, знаю. наверное, их тиммейт по имени Павел пошел гореть по поводу того, что комментаторы неправильно читают их ники. Такой, ребят, надо паузу сделать, надо им высказать все, что мы о них думаем. Ну вот, это все, конечно, шуточки. Тем не менее, подписываемся на наш паблик ВКонтакте, принимаем участие в розыгрыше Эмки Азимов. Вот, плюс заходим на нашу самую честную рулетку CSWIN.WIN. Ну и остаемся с нами. Я, правда, не знаю, сколько будет пауза, чем она вызвана, потому что я не вижу, ну, там в чате каких-то Ну, в причин. чате никто ничего не объясняет, безусловно, просто поставлена пауза, непонятно, чем она обусловлена, никто не вышел, пинг, в принципе, у всех нормальный, никто не ревнул, возможно, просто кому-то нужно срочно отойти. Кто у нас, У нас не есть пока шевелится время особенно? глянуть таб. И Ну, так вот. я уже смотрел до этого буквально Да. совсем недавно, да. EVG, кстати, в прошлом раунде не сделал ни одного фрага, у него 21 на 9 был, 21 на 8. Ну, украинцев, конечно, сейчас не самый такой топовый счет. 12 на 14 это самый топ-фрагер у них, это Чеки Бивер. У него 33 очка, 12 на 14. Ну, 4 MVP, кстати, да. да. Вот. И, ну, не могу, во всяком случае, сказать, что мы видим то же самое, как было у Amazing Pigs, да, то, что там парень, пусть он хоть и замена, но он прям шел сильно на последнем месте, там, со счета, там, сколько, 3-21 у него было что-то в этом духе. Хоть 9-16, там, 7-15, но это не настолько плохо, как, наверное, могло бы быть. Вот, поехали. Я же сказала, что ради этого паузу поставили. Читай Я чат. сказал Чеки Бивер, а не Чеки Бибер. Я не знаю, где ты это услышал. Что-то я чувствую, сейчас пацаны схлопочут. Ну, честно, знаете, вот Ребятушки, организаторы я следят за тем, за тем, делаю что вы это пишете. не потому, что мне хочется кого-то оскорбить или еще что-то. Просто некоторые никнеймы немножко не очень удобно читать. Вот и все. В этом вся проблема заключается. Если вы ставите паузу только потому, что у вас кто-то неправильно... Причем, кстати, я не читал Чики Бибер, по-моему, ну, может быть, случайно там раз просто вырвалось, я не знаю, я букву В произносил. Так что, если действительно именно этим обусловлена пауза, то это как минимум странно лично для меня выглядит. Я не знаю, зачем вы это делаете. Ну, ладно, отставим эти бессмысленные разборки и будем смотреть за игрой. Бомбу ребята выкинули из Арварос недалеко от своего респауна и отправились в далекое странствие. Не знаю, сейчас они откроют плента, если, конечно, им это удастся. А кто за бомбой это будет возвращаться? Или они вообще не собираются ее ставить? Отлично, выходит Джердан, забирает в спину своего оппонента 3 в 2 и вот сейчас отступает LG на спаун и забирает бомбу. Тем временем, как мейстер забирает Джердана. Предлагаю читать их ники просто игрок команды Крэнкс. Как-нибудь так. Не, Один ну из игроков. это Как-то так. неудобно. Нет, это как бы для разнообразия речи подходит, но тем не менее все-таки нужно иногда называть Вот людей. этот вот парень. Вот так вот говорить Не, ну можно тоже. это странно звучит. Я не хочу так делать, просто иногда не удается правильно прочитать, вот и все. То есть, так можно сказать, но не всегда, потому что всегда это будет звучать довольно глупо. А тем временем Плент становится на базу А, Кэгмейстер находился неподалеку, он это слышал, видел, сейчас дал инфу, и, наверное, стоит подождать своего тиммейта, что он, в принципе, и делает, заходит с двух сторон. Нет, нет, не заходит с двух сторон, выход в смоук, ну зачем было Вот это сейчас делать? второго явно в эти же смока, видимо, не ждут. Ну,
теперь он спалился. Есть инфа. Непонятно, что смотрит авангард. Чик Вивер. Оу, Эвджин нашивает смол. Чик Вивер стоит в смоке, пытается. Пытается что-то сделать. Конечно, так, ну, его находят, так потихоньку его расхорашивают довольно сильно. Чик отходит назад в сторону Сити спавна. Не знаю, успеет ли его догнать Калдина в спину. Занимает позиции сверху и будет ждать. Нет, не пошел. Не пошел за ним. Видно, побоялся. Ну, да, каждый, все-таки, скажем так, пожалел деньги. Хотят сохранить экономику. Все-таки каждый девайс важен. Действительно важен. Особенно, когда вот умерло по 4 игрока с каждой стороны. Это реально сильно влияет на экономику. Как говорят, да, там обычно, если уже умерло трое, то это ощутимо. А четверо так вообще. Ну, спасибо ребятам, кстати, украинцев в чате, которые понимают всю ситуацию. Действительно, как бы... Ну, это ну, такая ладно, не будем о плохом, система, скажем да. так, у Крэнксов, я же говорю, сейчас 2 5-7, 1 Дигл, МК и АК. Но, скажем так, и у Арварс не все так хорошо. У них, он, смотрю, 2 фармгана вообще присутствуют. Несмотря на то, что они как бы, да, забрали раунд. Личная, кстати, флешка. Правда, немножко время этой флешки вышло. То есть надо было кинуть ее сразу и выходить быстрее. Но не получилось. Трейзи нашивает одного, второго, расхарасил, нет, не получилось, конечно, забрать всех, но, тем не менее, он добил одного, и очень сильно пробил второго, Эстерн 13 хп, Калдина 73, продаваются на плента. Ну, там в игру жестко включается Калдина, по-моему, он просто реально закрыл своей спиной своего рыдового тиммейта и наставил ключик пацанам. Ну, что у нас остается, последний Чики Бивер? Да. Ну, кстати, Бивер, да, не смотри, да. Не Чики Бибер, а Чики Бивер. Вот запомните. Бобер? О, мне тут предлагают просто Бобер называть его. Все, Калдина находит своего оппонента, забирает и... Неплохо отыгрывают, действительно очень неплохо отыгрывают Арварасы. Они вдвоем зашли, вырвали своих оппонентов зубами этот плент. Кидали того защитника, который вышел из Библы и спрятался за углом, поставили плент, отлично отыграли. Что за пауза не по регламенту? Ну, это, видимо, про еще тот инцидент. Да. Может быть, там организаторы только прочитали, скажем так, конфу. Ну, ладно, не будем об этом сейчас не будем это обсуждать. В этот раз бомба все-таки отправилась вместе со всеми. Акмейстер! Как же неожиданно он появился. Трейзи забирает своего оппонента, бьет по второму, попадает в голову. Ты... Остановите кто-нибудь этого парня, что он вытворяет со своим пистолетом. Ой-ой-ой. Ну да, тут, конечно, граната очень неожиданно прилетела. Он был на лоу хп. Неприятно, но какие фраги, какие шоты, без армора, без ничего, P250 в руках, восстановите его кто-нибудь. Эстерн, 27 хп. Ну тут, конечно, шансов у него немного, одна пуля и... О-о-о! А вот это уже заявочка такая прям на победу. Ну если сейчас он сделает это второй раз, то это будет очень жестко. На самом деле, если сейчас действительно Арвар забирает этот раунд, то у Крэнксов не будет денег на бай совсем, несмотря на то, что они там покупали 5-7, но не покупали раскиды, да, если я не ошибаюсь, то с деньгами-то будет все совсем туго. Нет, туго. Но сейчас им придет сколько, не знаю, они сейчас проиграли. А хотя нет, они раундов, там по 2000, да, им придет. В принципе. Они не смогут что-то закупить, не самый, конечно, топовый, не фул там затар на все гранаты, эмки, арморы и прочее, но что-то более-менее вменяемое они могут себе позволить. Плент становится на базе Б. Кэгмейстер не угадывает местоположение. Он до сих пор оставался на пленту А. Сейчас он вынужден перетянуться, безусловно. Эстерн может занять выгодную для себя позицию. Ну да, у него просто нет как бы информации, нет уверенности о том, что парень придет там Сити или все-таки придет с банана, поэтому как-то занимает такую довольно дефолтную нейтральную, позицию на банане. Нейтральную позицию, да. Потому что... Не... О, так, значит, КГМейстер зашел на плент, не видел, скорее всего, не видел, безусловно, своего оппонента. Сейчас попытается сделать фейк-диффуз, смотрит именно в ту сторону, теперь видит молотов, оттуда прилетающее время, выходит и... Как же он играет, ребята, он даже стреляться не вышел, он просто... Морально задавил. Выкинул молотов, там невозможно было дефузить. Задавил. То есть даже если бы он убил,
Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, что происходит? Морально задавил, и вот сейчас счет становится действительно очень опасным. 14-7. Крэнксы могут позволить себе, в принципе, закупиться, но денег у них осталось вот все, конец. 0,50, то есть еще один такой проигранный раунд, и больше у них ничего не останется. Даже если кто-то выживет и Крэнкс сейчас заберут этот раунд, раздропать всем вряд ли получится, то есть там у них будет по 1000 максимум на руках. Так, а тем временем Крэнкс снова у нас есть один отвлекающий на банане, это AVG, он там уже находится не первый раз. Плент лежит на миду-тире на банане, его сейчас нет, его не собираются сейчас никто забирать. Основные силы все-таки находятся под базой А. Да, обычно, как говорят, так играется 2 плюс 3. Квестмейстер поджал банан, сделал свой фраг и ушел обратно. Минус Мунлайт, Кал'Дина неплохо выходит из апартамента, забирает одного миф Джо, миф, господи, мифо, Ой-ой-ой-ой-ой, ты уходишь, меня уже господи. кроет просто от этих никнеймов, честно. Вот больше всего мне этот никнейм бесит, откровенно признаюсь. Ладно, все, прошу прощения. Опасно, опасно. Ладно, у нас поставлена бомба. Ребята заняли такие интересные позиции. Ждем выбивания. Просят Пауза, кстати, паузу. да. Итак, Чики Опять те же Бивер самые. продвигается дальше. Его из тюрьмы неожиданно Ой-ой-ой. появляется LG, забирает своего оппонента. Также Кагмейстер не смог перестрелять LG, несмотря на то, что знал, куда смотреть. На счет Ну становится что же, ставится 5-7, пауза, последний, опять да. никто ничего не пишет, опять. Ну, наверное, это уже тактическая пауза, поскольку остался последний раунд. Ну, вполне возможно. Не знаю, сейчас никто еще ничего не... Сразу же отпался, все. То есть, ну, вряд ли это тактическое, не знаю, что можно было обсудить за 10-15 секунд. Так что, наверное, это просто какие-то технические проблемы, или кому-то нужно было отойти Или кому-то опять нужно было высказаться по какому-нибудь поводу. Я уже не удивлюсь, ребята, вообще. Ой, ну, закуп, конечно, у крэнксов совсем, совсем плохой. Ну, хотя мы видели, на что способен Трейзи с одним лишь 5-7. Я думаю, что остальные ребята не менее жесткие, раз они в финале. Мы не раз уже видели, как брались раунды на пистолетах, конечно. Это очень здорово, это очень красиво. И вот начинается Стеф, дает первый минус, нашивает по его инфе Трейзи в смоук. Уже два человека потеряли команда Арварес. Еще и третьего Трейзи, что вытворяет, уже двоих забрал своего Фамаса и Стерн. Стерн выждал поджима с банана. VG, тут, конечно, он один со всех сторон, его могут сейчас обойти. Тем не менее, он неплохо справился со своей задачей. Накраснил двух своих оппонентов. 18 и 20 хп оставил. Сам, в принципе, не просел. Но все-таки их по-прежнему 4. Ну и все, и Эстерна просто задавили на банане. Ну, LG, скорее всего, тут вытащить вряд ли сможет. Но у него есть шанс убить нескольких оппонентов. И уже двоих он убивает. 40 секунд еще, бомба у Да. него. Знает примерное расположение хотя бы одного своего оппонента по поводу второго. Наверное, все-таки я думаю, что инфы нет. Есть только предположения какие-то. 57 хп у него, это не так много, но не так мало, так что шансы на то, чтобы затащить, у него есть. Стеву будет достаточно стрельнуть хотя бы в пятку, а вот Мифочк, я не представляю, как читается этот очень странный ник, но буду называть примерно так. У него сейчас 100 хп, но тем не менее нету девайса, а это все-таки имеет решающее значение. Плент, и сейчас его видели, слышали, и... Ну, я не знаю, что он хотел этим сказать, честно говоря. На самом деле, кстати, этого человека со странным ником можно назвать просто по имени. Его зовут Илья. Вот этого Илья, вот да. ми. Ну, я не буду читать, не буду, чтобы мне опять там говорили что-то. У них один Илья в команде. Так что.
Я думаю, если мы его будем так называть, во всяком случае, мне будет, наверное, так его легче называть, чем читать вот этот ник, и чтобы на меня агрились потом, после этого. Ну, все друг друга знают, вот такой, ты чё, как ты читаешь вообще, ты больной, что Действительно, да. О чем это я? ли? Ну. Ну, ладно, значит так, у RVG сейчас, чем у RVG, у Арвароса, сейчас такой полубай, у них есть теки, есть два калаша на команду, они продвигаются по банану, сейчас полетит молотов, и, скорее всего, после этого сразу пойдет выход. Никто на базе сейчас не отвлекает, то есть вполне возможно сейчас будет поджим какой-нибудь очень неприятный. Выходит мудла и дает штраф неплохой, Калдина забирает еще второго, потеряли одного ВДЖ, бомба сейчас будет ставиться, не успеет перетянуться с бунта, а никто из команды защиты. И вот ты просто посмотри, как говорится, в чат. Два игрока спасли своих тиммейтов, да? Благодаря тому, что просто перекрестным начали нашивать. Вот так вот по плею играют ребята. Отлично, команда отлично. И Рвар. сейчас все почему-то сворачивают в руины. Я не знаю, насколько это верное решение. Выходит один. Калдина не смог, к сожалению, принять. Кладется туда молотом. Выходить практически нереально. Потеряли миф... ну, Илью, в общем. Или в И общем, да. да. Потеряли Ильичу. Остался Трейзи, остался Став. Потеряли Става. Трейзи Время. пушит из руин, и ему, к сожалению, это не удается. Джерда находит его голову. И счет 16-8. Поздравляем с первой победой в финальном раунде. Чем? В финальной игре Арваресов. Но, тем не менее, у нас ждет еще одна карта. А после нее, если Крынксы смогут взять, Откомбэчить, да, да. откомбэчить, то ждет нас еще и третья карта. Да, сейчас у нас будет карта кэш, это будет